Так, по музыке, может, его потише сделать. Скал, очнись, держись, не теряй сознание. Эй, косточка. Этот парнишка тоже умер. Он не должен был умереть. Так. А, во. Однозначно тише. Так, думаю, так нормально. Режим новичка. Что такое режим? О, вы новичок. Тогда воспользуйтесь этим, чтобы облегчить свое путешествие. Нет, спасибо. Отображать время игры. Отображать UI. Так нормально? Качество частиц. Стряска экрана. Ну, ладно, погнали. Если сейчас будет громко, напиши. Я сделаю потише. О, отлично, ты жив. Кажется, ты потерял сознание из-за шока. Очнись, ты знаешь, где ты находишься? Странный парень. Но все равно это больше большое облегчение. Слушай внимательно. Люди напали на нас. Другие скелеты сражаются с ними. Нажми D и иди за людьми. Обо мне не переживай. Я где-нибудь найду ногу и сам себя починю. Продолжай путь. Нажми Shift, чтобы идти еще быстрее. У тебя мало времени. Это также можно использовать для уклонения от атак. Так, теперь сам. О, косточка. Скорее сюда. Ты цел? Я не могу сдвинуться с места. Нажмите спейс для прыжка. Для двойного нажатия выполняйте двойной прыжок. Быстрее сюда. Большое несчастье. Они взяли в плен короля демонов и наших офицеров. Людишки. Кто бы мог подумать, что они доберутся до верхнего этажа. Мы с другими скелетами пойдем за ними. У меня кончается мана. Тебе придется самому спасти короля демонов и остальных. Вот, возьми. Это моя берцовая кость. Нажми для атаки. У меня осталось мало времени. Прошу, спаси короля демонов и придворных. Такая медленная атака. Нажми S. Space для движения вниз. Следуйте за людьми. На. Взорвали. Блин, он иногда сам флешуется. Ау. Типа, блин, а это можно убрать? А, ну вот. Надо это выключить. Все, я понял. Все такое медленное, кошмар. О, кстати, вот и ведьмочка. Скал, ты смог выжить после нападения? Так значит, это клетка, в которой можно запечатать мою ману. Похоже, в Королеоне появилась парочка дельных магов. Недавно мимо проходили скелеты-гвардейцы. Я сказала, что со мной все в порядке, и велела им спасать короля демонов. Некоторые из них остались, чтобы спасти меня, но погибли. Не думаю, что скелеты-гвардейцы в одиночке смогут вызволить короля демонов. Быстро их догоняй. Смешная. Вы капитан гвардии? Что здесь мяу творится? Ох, ведьма, ты цела. Косточка, это ты ее спас. Это, наверное, был твой первый босс с людьми. Бой с людьми. Ты отлично справился. Прошу прощения, я вижу, что все скелеты-гвардейцы погибли. Как они? То есть, ты, получается, самый сильный скелет? Кто это сделал, мяу? Кто? Это был не человек. Это был огр. Огр? Зачем огру? О чем вы?
Все было очень странно. В тело огра был вставлен темный камень, а сам совершенно осатанел и выглядел так, будто не слышит, что мы говорим. Его сила... Я никогда не видел такую мощь у огров. Он был чрезвычайно силен. Темный камень? Косточка. Я в бешенстве, но я не могу идти дальше. Возьми мою голову. Я напитаю ею всей оставшейся у меня маны. Сразись с ними и спаси наших. Так чё, тише делать, не делать? Нормально? Не, ну чтобы просто... Типа идеально должно быть, чтобы... Как называется? Меня было слышно хорошо. Чтобы музыка не была громкой. Это тот огр, о котором говорил капитан гвардии. Он стоит перед замком, мяу. Эй, ты! Монгал. Блин, а пока... А я могу? Нормально. Ну, правда, до хренища хп потерял. Но пока обучение, типа. Я знаю только одного суперсильного огра. Это Шрек. Это тот огр, о котором говорил капитан гвардии? Приди в себя. Вроде пока все нормально. Давай сначала доберемся до замка и поговорим там, мяу. Это, кстати, похоже на Шрека. Тоже какой-то зеленый оттенок. Ядрить. Ля какой. Первый герой? Бесполезный дурак, сражен обычным скелетом. Мерзкие демоны. Что за аниме началось? Ту ночь луна светила особенно ярко. Мальчик продолжал бежать. Темная фигура преследовала его по пятам. Он бежал изо всех сил, до боли в ногах. Однако не смог оторваться от погони. Выбившийся из сил, мальчик упал на траву. Над ним склонилась тень. И... Реально аниме. Но мы не против, одобряем. Я старалась увидеть последние минуты жизни мальчика. Бедняжка. А это мы, типа? Мальчик. Ты очнулся, Скал. Слушай меня внимательно. Сейчас замок короля демонов переживает невиданные потрясения. Прошло не так много времени с момента подписания договора о перемирии, а затем внезапного нападения и засады. Их невозможно было остановить. Как бы я ни хотел отомстить Корлеону и сбросить на них гигантский метеорит, лечение ран не... А нанесенных первым героем, это уже слишком много работы. У меня нет другого выбора. Я должна просить тебя спасти короля демонов. Поверить не могу, что происходит. Приходится ставить такую огромную задачу перед таким маленьким скелетом. Прошу, спаси короля демонов, офицеров и других демонов. Вот, возьми. Ам? Это свиток с расширяющими заклинанием. Он позволит брать с собой вещи, которые ты найдешь по пути. Нажми Tab, чтобы посмотреть свои вещи. А теперь иди, Скал, береги себя. Tab. О. За головой перемещается к своим... О. Типа так. Прикольно. Так, как правило, всегда надо... Бежать в назад, потому что, как правило, какая-нибудь фигня есть сзади. Не обязательно, но какая-нибудь секреточка, да, может быть. Блин, прикольно. Когда
Умрешь, поговори с ней, тебе понравится. Окей. Зип-зап. Лес гармонии. Дремучий лес. А, вот, F. О, косточка, куда ты идешь? Ты направляешься в лес? Я не рекомендую сейчас туда ходить. Посмотри, что лес со мной сделал. Энты ведут себя странно. Лес сейчас очень враждебный. Вообще, энты не злые существа, но сейчас они в ярости. Фига, музон. Они так свирепо смотрят. Наверняка люди что-то с ними сделали. После того, как... после того дня в лес пришли много людей. Подумай хорошенько, стоит ли вообще идти в этот лес? Ну, только если тебе очень нужно. Осторожнее. А, тут типа решаешь, в какую дверь пойти. А как-то чем-то от меня отличаются? Типа это сложнее или как? Ну, го, проверим, пофиг. Че проверим, сложнее ли она? Ух, нифига, тут, по-моему, очень сложно. Это что? Повышена скорость атаки. О, найс. Ну их можно станлочить, уже приятно. Какой трэш. А я не могу, да, направлять. Вау, привет! Так, я всегда путаю, какая кнопка какая у меня. Что-то сложно, да. Теперь внизу. Воу! Это что такое? Эту штуку нельзя трогать. Воу! Воу! Пока это... Я даже не знаю, что это напоминает. Что-то как-то сложно. А, мистическое лето. Во время атаки есть 5% шанс вызвать кровотечение. Зазубренное лезвие. Взять. Давай возьмем. А что это за чуваки? А, я могу менять черепа, да? А как менять? Начало легенды. Достижение получено. Время игры 4... Ну, 5 минут. А, то есть я все время буду что-то новое получать, видимо. Смертей 1, врагов убито 20, героев убито 0, темного кварца получено 5. Так, если мне понравится, давай проверим. Скал, я должна тебе кое-чем рассказать. Помнишь день атаки первого героя? Богор напал на нас, будучи зачарованным темным камнем. Ты, наверное, уже знаешь, это был необычный камень. Скал. Люди, которым известно о таких камнях, называют их темный кварц. В темном кварце заключена невероятная сила. Похоже, Корлеон использует его в военных целях. Если люди начнут использовать силу темного кварца на полную катушку, они поставят под угрозу не только замок короля демонов, но и весь континент гармонии. К счастью, корлеонские маги не способны полностью раскрыть потенциал темного кварца, однако медлить нельзя. Собери весь имеющийся у них темный кварц, нельзя позволить им получить его силу. Я знаю, как его правильно использовать. С помощью силы темного кварца я смогу тебе помочь. Скал, магический свиток покажет тебе дорогу. Ты можешь стать сильнее.
И чё? Изменить. О, кстати, а что такое, сказал? Ты что-то хочешь мне сказать? А, вот что мне понравится. Добавить свойства. Темный кварц. Выбирайте свойства внимательно. Их нельзя будет изменить. А, мне нужно много. А чё, я не смогу все что ли, прокачать? Увеличивает магическую атаку. Фигня. Увеличивает физическую атаку. Ну, и неплохая. Она, кстати, даже похожа немного на новую эту. На нового босса из Resident Evil. Ничего такая. Так. Как это? Паук. Что лучше, Машка или она? Какая Машка? Кристина. Там какой-то, кстати, был челебас. Типа, моет окна. Так, сюда я что-то... А, из игры про лифт? Мне, наверное, визуально больше Машка нравится. Это что такое? А вверх бить нельзя, да? Ау, тут прыгать нельзя. Умри, дед. Пердед. А чё за дэмэдж? Я думал, это... Или тут без разницы? Которая была в красном латексном платье, ниже колена. Выше колена. Я помню, да. Не, наверное, она мне больше понравилась. Ну, визуально так, чисто. Спасибо. О, я сейчас умру. Три минуты. Весело. Я же устану так туда-сюда бегать постоянно. Релиз. Так, а как упасть ногу? Ага, там нельзя. Так, это я уже все видел, да? Я не знаю, мне кажется... О, ну, тут явно что-то красивое должно быть. Ну а, все, я придумал, как тебя. А, понял. Что это? А, еще? Хорошо, что здесь не так, что типа касаешься противника, и он тебя коцает. Можно спокойно бегать. F. При смене кар дает 30 золотых за каждый имеющийся у вас карлеонский предмет. Взять. Я, правда, не понял, что это. Скряга поход. Так, давай еще. Мне нужен какой-нибудь обмундирование. Mm.
нормально. А в смысле? Называется контактный урон. Ну да, логично, все правильно. Взорвали. О, медведь. Посланница тумана. Мертвый находит. Мир полон сюрпризов. А, спасибо за помощь. Мне теперь надо тебя наградить, да? Я посланница тумана. Служу богу тумана. Я подарю тебе его благословение. Увеличено максимальное ОЗ. О. О, драгоценнейший бог тумана. Дремучего леса. Молю тебя, одари этого скелета благодатью жизненной силы, чтобы он смог с легкостью выдерживать атаки врагов. Найс. А можно как-нибудь восполнить ХП? Стандартный лук Корлеона. Повышает шанс критического удара на 6. Это просто предмет. А вот это что такое? Увеличивает физическую... это как в Dota Auto-Chess, типа, если собрать предметы или нет. Это как-то прокачивать? Да-да-да, я, кстати, тоже про благословение сразу подумал, про Хейдес. Типа, что? Я думал, это какая-то похожая просто механика. Ух, нифига здоровый. Кстати, у меня же есть рывок, надо про него не забывать. Воу. Почему энты и люди вместе? Чё за бред? Несправедливость. Надо внимательно следить за красными штуками. Я думаю, будет изи. Ой. Уи! Как будто гусенички одарили меня. Интересно, а на что золото можно тратить? О, у меня восполняется ХП. У них, кстати, тоже. Правильно. Коцай своих. Типа тут уворачиваться всего можно так и так. Обычно, ну, пока что противники такие себе. Да ёпта. Нате, больше не будете меня коцать. Блин, у меня уже... Только золото, а на что его тратить? Ой, это босс? А, я понял, на что тратить золото. Мяу. Это тоже ведьмочка? Странный кот. Ой, скелетик, а ты как сюда попал? Говорят, сюда иногда могут забрести люди. Но скелет? В любом случае, добро пожаловать. Ты здесь в первый раз, да? Это подпространство мира демонов, которое создали мои предки много лет назад. Сейчас его используют как убежище от корлеонского вторжения. Ищешь короля демонов? Попробуй поговорить с искусными мастерами этого убежища. Удачи в его поисках. А я пойду рыбки поем. Мяу, пока. Добро мержаламывать. Так. Увеличить физическую магическую атаку солдата-скелета на 30.
О, давай купим. А у тебя хороший вкус, скелет. Спасибо. А, о, нифига тут народа. Так, это что? Восстанавливает 40% ОЗ, придает вам вонючесть, пока не пройдет 3 карты. Нифига тут, конечно, столько золота все стоит. Зачем такие дорогие сделали? Ну давай, вонючесть. Это я могу. О, скелет со щитом. При удержании кнопки атаки накапливается сила. Когда сила достигает максимума, атака усиливается. Натиск. Железная защита. О. А зачем я поменял? А как поменять обратно? Я уже понял. Привет, друг. Давай поговорим. Ты слышишь, как бьется мое сердце? Я скелет, и у меня нет сердца, но я продолжаю чувствовать какую-то странную пульсацию внутри. Говорят, когда влюблен, сердце бьется чаще. Значит ли это, что я в кого-то влюблен? Может быть, в коллекционершу, которая стоит внизу? Она очаровательна, но я не собираюсь так сразу признаваться в своих чувствах. И влюбляться в нее так легко не буду. Я, между прочим, однажды противостоял дюжине королевских солдат. Он мне напоминает этого. Папируса. Я быстро уклонился, когда увидел, что ко мне летит желтый свет. После этого я отразил шквал стрел и благополучно отступил. И когда я вернулся сюда, она спросила: а голову ты где забыл? Так, тут ничего. Вот это что ли? Коллекционерша. Приятно познакомиться, скелетик. Однажды я бродила по рынку и столкнулась лицом к лицу с первым героем. Так как я была в человеческом городе, я, конечно, приняла соответствующий облик. Я думала, он меня не узнает, так что изобразила равнодушный вид и попыталась пройти мимо, но он внезапно схватил меня за руку. Его пепельные глаза смотрели прямо на меня. Эта секунда показалась мне вечностью. Не знаю, каковы были его намерения, но он лишь сказал: «Возвращайся назад», и ушел. Я бросила все покупки и убежала без оглядки. Через несколько дней я узнала, что епископа Корлеона нашли на рынке нескольких демонов, маскирующихся под людей. Их всех казнили. Первый герой, то есть, зачем он помог мне? А, реально, щит-херня какая-то. А интересно, рывок тоже дэмэдж наносит? Да. Это босс? Раз, два, три, раз, два, три. Надо бы вот так. Это гарем. Надо бы вот так. Раз, два, три, четыре. Встречайте героя. Да-да, я закончу вот так. А потом... Да, это я. Герой. Извините, руки пожимать не будем. Может, лучше автограф? Хи-хи-хи. Это впечатлит даже первого героя. Не устал быть марионеткой. А ты кто? Что здесь делает скелет? Ну и хорошо, зато хоть потренируюсь. Скажи спасибо, что тебе напишут на первой странице следующего выпуска героических приключений. Уф, я справлюсь. Да, ну и херня. Она не блокирует эту хрень. А, тут надо больше просто прыгать. Ох, это фигня. На тебе, потный. Что делает моя способность, я не понимаю. Я думал, она броню дает. Ура, соси. Кто там будет на страничках журнала? Так, воришка.
обычный слизь. Увеличивает максимальную зону 25. Пузыри слизи. Покрывает персонаж слизи на одну секунду, давая неуязвимость. Каменная ненависть. Так, давайте сменим. Что это такое? Ну, кувырочки. А что делает вот эта способность? А как менять? Получает неуязвимость и бьет кинжалом, нанося физический урон. Забирает у пораженных врагов 2 золота. А, это пассивка, что ли? А, удар в спину. Ой. Так, все. Паучиха? А, она, мне кажется, добрая. Ну, для нас. Да, это ты. Тот маленький скелет, о котором она рассказывала. Не ждала, не обещала помочь тебе, не спрашивай почему. Не трудись так же просить, потому что я помогаю тебе не из жалости. Ну вот и все. Ты получаешь силу из других черепов. Но ты принес мне совершенно жалкие головы в руках того слабого скелета, как ты. Эти головы не смогут полностью раскрыть свой потенциал. Скажи спасибо, что ты встретил меня. Моя способность работать с такими существами, как ты. Собери как можно больше фрагментов кости и принеси мне, я помогу тебе. Добавление фрагментов кости к черепу, который ты принес, позволяет раскрыть его истинную силу. Но ты должен мне кое-что пообещать. Скажи ведьме, что я тебе помогла. Не спрашивай зачем. А теперь неси мне фрагменты кости. Ты принял решение, хорошо. Судя по его виду, 10 фрагментов кости будет достаточно, чтобы сделать его сильнее. Как бы сильной я ни была, я не могу сотворить. Завтра мы еще одного чела берем. Мы чисто военком и там. Завтра мы еще одного чела берем, но мы чисто военком и там и попрощаемся. А, понял, окей. Здорово, Никит. Закрыто. Все. Погиб. Вернуться в замок. Ну, кстати, прикольно. Мне нравится вот так бегать. Типа, прикольно. О, можно что-нибудь прокачать. Так, ну, толстая кость. Между ног. Так, а что, увеличивает максимальное ОЗ? Мне кажется, надо кость просто прокачивать. Типа, повышает шанс критического урона. И вот это. У меня, кстати, в воздухе тоже есть. Па-па-па-ра-па-па-па-ра. Так, идем сначала за сокровищами. Мне не нравится, что мы постоянно с этого начинаем, с синтов. Ау. По сути, тупо прыгаешь. Тупо перепрыгиваешь, все нормально. Это собака? Оставшийся один. А? Куда все подевались? Ты кто? Сквозь сон я слышал шаги, но подумал, что это мне мснится. Если это не сон, я должен кое-что сделать. Но я так устал и так хочу.
так хочу спать. Не одолжишь мне немного своей жизненной силы? А, равно хочу спать. Извини, это голова моего напарника дозорного. Не мог бы ты похоронить ее в каком-нибудь красивом месте? Я сам хотел это сделать, но я слишком сонный. А? Что он делает? Бьет по земле в форме неуязвимости, статуя, нанося физический урон. Форма статуи может сохраниться еще 2 секунды после замерения. А, я думал, мы умеем летать. А, ну умеем парить. Я, кстати, тоже умею парить. Видали, какой у меня каламбур получился? Тайный кинжал. Короче, подбираем все. А вот эти штуки сломать можно? Нет. Блин, нормально у него дэмэджа. Ай, по мне урон не проходит. Прикольный. Прикольный перс. Блин, нифига у него дэмэджа. Ай. Блин, если жестко затаймить, прям вообще сильный перс. Вау. Круть. Мне нравится. У него и рейндж атаки классный. Да и дэмэджа много. Мне нравится. Прям вау. Как он быстро все... Я не знаю, или это я прокачался так просто. Что у меня столько дэмэджа. Я все время на Е хочу уйти. Так, ну ХП восстанавливать нет смысла. Так, огненный дух Саламандра. Огненный дух Саламандра следует за игроком и каждые 5 секунд стреляет пламя. Нанося магический урон, дает 30 шансов поджечь пораженных врагов. О, давай это купим. Саламандр. Становится 60%. Удваивает получаемый наносимый урон, пока не пройдет одну карту. Такое себе. Что у нас тут? Головожук. Увеличивает физическую и магическую атаку. Бросает головожука во врага и парализует его. Что это сейчас было? Прикольно. Теперь у нас много фигни всякой. Чё с лицом, чел? Так, давайте поговорим. А вот квинтэссенции скелета у меня нет. Скажи, в каком виде ты хочешь себя пожертвовать? Если ты пришел из замка короля демонов, значит, ты хорошо знаком с ведьмой, да? Когда она жила у озера, мы с ней иногда разговаривали. Это было до того, как она переселилась в замок короля демонов. Много лет назад. Тогда она очень любила детей. Она даже пекла для них волшебное печенье. Но после жестокого случая с одним ребенком она совершенно изменилась. Она даже и смотреть на людей не хотела. Разве это не печально? Так, ну что, погнали. Так, тут лучше дэшиться. А чё, сделай что-нибудь. О-о-о. Тент-ан. А чё сразу такая жесткая? Враг получил опыт после вашего поражения. То есть противники тоже становятся сильнее. Ничего себе.
Враги тоже становятся сильнее. Чё, лолкек, интересно смотреть? Ладно, я думаю, еще один трай, го чекнем и все. Что-то как-то не повезло, что сразу такая жесткая... Воу! У вас что-то тут слишком... Сразу смотри, сколько дэмэджа я уже получил. Оу, а вы исчезнете еще нет? Лул. Да, это, конечно, весело. Ну, их если только так убивать. Фух, у меня аж большой палец устал. Давай, давай. Удачи. Изи. Так, а сюда нельзя? Такая карта смешная. Просто квадратики. Да, Найс, Найс тпшнула. Короче, как я понял, просто надо их станлочить и все. Позволяет игра станлочить, станлочим. Я не вижу иногда, как они бьют. Это кто? Рыцарь Гарпиан, я свободна, благодаря тебе, скелет. Мы попытались заставить врагов врасплох, напав на них сзади, но их было слишком много, стоило быть поосторожнее. Я хочу облагодарить тебя за спасение. Тебе случайно не нужны эти кости? Ведь ты же скелет, может быть, они тебе пригодятся. Я тебе отдам несколько костей из своей коллекции. Вот 25 косточек. Я что, кого-то не убил? Ой, ну ладно. Неплохо. Тут сохраняться как? Че, не надо, надо. Ну, игра неплохая, мне понравилась. Прям топчик. Ну, думаю, на сегодня я нормально постримил. Сколько там? 4 часа, плюс еще час 30. Где-то часов 5. Я просто не знаю, что сейчас сделать реально. Что-то смотреть я не хочу. Играть я тоже устал. Наверное, пойду отдыхать. Все, спасибо за просмотр. Ждите все, кто видосы пропустил на YouTube.